deep is your love? Is it like the ocean? What devotion? Сегодня я предлагаю вам обсудить домашние покупки. Если вам интересно, то давайте начнем. Я очень люблю запахи. Я люблю духи, я люблю, когда белье постиранное от него пахнет. Я люблю, когда в квартире чем-то пахнет, либо свечками, либо еще чем-то. И в этот раз я остановилась на запахе от Zara. Это вот такие ароматические палочки. Если честно, то я когда хожу к своему зубному, у них в туалетной комнате стоит именно этот запах, и я к нему привыкла, как я брекет очень часто меняю, резиночки, то этот запах мне уже как родной, и я не выдержала, купила себе его домой. Запах называется Dark Amber. Мне очень нравится. Если вы поставите это в маленькую комнату, то будет пахнуть очень сильно, потому что когда у меня кто-то приходит, говорит, как ты тут живешь, это же так сильно пахнет. А мне настолько подходит этот аромат, что я его не чувствую. Суть какая? Здесь вот жидкость, да, с ароматом, выставляете палочки, они пропитываются этим ароматом, и вот через него как раз выходит этот запах. Я поставила себе его в спальную комнату и захожу всегда с приятным ароматом. С первого раза, к сожалению, я ничего не могу купить, и поэтому я сейчас покажу вам свое маленькое разочарование. Это вот такая замечательная яркая бутылочка. Фирму я не могу вам сказать. Нет, у меня здесь наклейки. В общем, это освежитель воздуха, универсальный, как для комнаты можно использовать, так и для туалетной комнаты. Когда нюхаешь близко, пахнет безумно вкусным мультифруктом. Но когда у меня находится, это стоит, допустим, в ванной комнате, она у меня не огромная, я не чувствую этот запах, к сожалению. Может, это поглощает какие-то запахи, конечно, но хотелось бы, чтобы вот этот запах, пах прям везде распространялся. К сожалению, мне вот такая вещь не понравилась, такая маркетинговый ход, замануха, очень красиво выглядит. Но я не советую. Наконец-то у меня появилась своя собственная чашка, из которой, я уверена, буду пить только я. Это вот так, пришла она мне вот в такой красивой коробочке. Видите, здесь такая девчачья помадки везде, все, сумочки нарисованы. И как же она у нас выглядит? Вот такая вот красивая чашка. Смотрите. Здесь нарисованы, да, там духи, кисточки, помада. И есть вот такая замечательная маленькая висюлечка. Очень, очень милая чашечка. К сожалению, я думала, здесь можно все пальцы вставить будет. Нет, только один. Это мне не очень нравится, но я сейчас в последнее время пью чай не так часто. Стараюсь пить просто воду, поэтому такая мелочь мне не повредит. Но чашечка очень приятная, и упаковка тоже весьма меня порадовала. Еще я купила себе два полотенца для рук и для лица от H&M. Посмотрите, какие. Не спрашивайте меня, почему. Просто два ярких, классных полотенца с ананасом. Хотела купить себе еще парочку заехать, но их, к сожалению, уже не было в наличии. Так что вот, мои любимые рядом со мной всегда. Следующая покупка будет кресло, на котором я сейчас сижу. Купила я его в детскую, но именно для себя. То есть я когда сижу с ребенком, там, читаю ему сказки, играю, то я сижу именно на этом кресле. Это альтернатива. Раньше были обычные груши, мешки такие бесформленные, неоформленные, да, никакие, так и без формы. А вот это уже имеет такую форму с диванчиком, видите, здесь даже ушки такие есть. Очень мне нравится. Если груши были сделаны большинство из ткани, и это пачкалось, не надо было, чтобы постирать, это миллион проблем было, то это сделано из кожзам, и легко тряпочкой можно протереть. В общем, я довольна этой покупкой. Замечательное кресло, очень удобно, даже вот иногда перед телевизором муж берет его, тащит из любой комнаты и сидит. То есть вот такая вот, вот такое у нас яркое желтенькое кресло. И последнее, что я сегодня вам покажу, это будет контейнер для еды. Сейчас такой своеобразный бум, и все пытаются сделать какие-нибудь красивые, невероятные, милые контейнеры, чтобы тебе хотелось его взять с собой, там птички, какие-то боксы там разделенные и так далее. Но от них, почти от всех, пахнет пластмассой. Когда ты открываешь или моешь, от них пахнет. Мне это не нравится, так не должно быть. Я купила себе очень хороший такой, можно сказать, мини-термос. На данную вещь я не стала экономить, потому что обычные у меня есть. И обычные контейнеры, они могут протечь, еще что-нибудь треснуть, ну не знаю. В общем,
Мне очень неудобно. Во-первых, он, конечно же, милый. Во-вторых, мне нравится, что здесь сделано из алюминия. Он моется, не ржавеет, насколько я понимаю. Такой долгоиграющий будет. Конечно же, оформление вот эти вот ручки есть такие прикольные. Открывается он за петельку, поднимаете. И самое важное, что мне понравилось. Посмотрите, я его сейчас при вас закрою. Его открыть... Вот так, вот видите, смотрите, я напрягаюсь, не открывается, он прям реально очень плотно закрывается, он держит даже тепло, и открыть его можно только вот таким вот достаточно с усилием, посмотрите, все очень сделано качественно, ничем не пахнет, я ношу его каждый день с собой, и обязательно хочу купить второй, чтобы у меня была всегда замена, если что. Вот, так что вот такой контейнер я себе приобрела, мне тоже очень-очень сильно нравится. Сегодня буду заканчивать, спасибо, что посмотрели это видео до конца. Все ссылки на продукты я постараюсь найти внизу, надеюсь, что много есть в наличии. И хорошего вам настроения, хороших покупок и до новых встреч. Всем пока-пока. I want you to breathe me. Let me be your air.